удивительный дар преподнесла матушка жизнь, встречу с замечательными изданиями, с аккомпанементом и открыткой с текстом песни «Дивная страна». Аккомпанемент совершенно волшебный. И здорово именно встречаться было вместе с открыткой, потому что с самых первых звуков ощущение полета, полета души. И прямо даже вот образы летящих спокойных мимо облаков, такая красота. И удивительно, чудесно, как можно с помощью инструментов передать то, что есть в содержании этой песни. Ведь и щедрость, и чудеса, и огненное сердце. Все это слышишь, когда слушаешь музыку и смотришь в текст открытки. И как трепетно раскрываются бутоны радостных сердец. Это тоже какими-то тонкими-тонкими звуками передано в аккомпанементе. Можно слушать бесконечно и делать бесконечное открытие и удивляться им. Поэтому признательность очень большая за эти издания. Спасибо.